Блуза с кулоном вдохновения является сегодня специальным предложением дня на телеканале Shopping Show, а значит, это самые выгодные цены. И у нас есть варианты на выбор. Я хочу только что сказать, что сегодня выбираю для себя эту яркую блузу, и как сказали наши женщины, что украшение – это неотъемлемая часть. Могу сказать сразу, вы заказываете блузу, а она к вам приходит с этим украшением. Если Арину посчитать, то одно такое украшение – яркий кулон с позолотой и с каменьями, напоминающими фианиты, в магазине стоит порядком 2000 рублей. А мы вам предлагаем и блузу, я расскажу, что это за материал, ну и, конечно же, украшение подойдет каждому наряду. Свет, ну давай подберем цвета для наших женщин. Да, хочу сказать, что открывает наш показ красный цвет. Я тут изучала пристрастие следующего нашего героя 2017 года, год огненного петуха. Угу. Так вот, именно фаворитом многих коллекций именитых дизайнеров становится красный цвет. Ну что ж, если вы любите освежающие цвета, это светлый молочный, очень нарядный. Ну а наши телезрительницы только что сказали, что они выбирают именно оттенки светлые и синие. Поэтому васильковый цвет, следующее предложение, это мой выбор сегодня. Ну а если вы любите что-то потемнее, то темно-синий цвет, это ваш выбор. Давайте посмотрим сейчас на то, что в каждой блузе к вам придет украшение. Давайте посмотрим еще на нашу модель и расскажем размерную линейку от 50 до 60. Это предложение от известного бренда Ларичи, который радует нас эксклюзивными материалами и яркими фасонами. Итак, наша Марина выбирает сегодня блузу вдохновения с юбкой Твигги. Эта юбка представлена брендом Олмис, мы к ней вернемся чуть позднее. А это решение для новогоднего праздника. Многие женщины встречают Новый год не в платье, а выбирают микс блуза и юбка. Вдохновитесь, 2017 год принесет вам удачу. Ну а сейчас поговорим о тканях. Да, давай поговорим. Свет, вот я знаю, что шифон, он очень привередливый. Да, действительно, это декоративный шифон. Но я хочу сказать, что шифоновые материалы сегодня очень популярны. Посмотри, Ариш, шифон обладает легкостью. Ты знаешь, как называют дизайнеры эту ткань? Как? Король струящегося силуэта. Поэтому за этой драпировкой, нежными фалдами скрываются наши секреты. Но это еще не все. Только что я слышала просьбы женщин, которые сказали, они любят вискозные ткани и хотели бы, чтобы блуза была сшита из вискозы. Так и у нас есть вискоза, причем вискоза находится внутри. Вискоза – эластичный материал. По ощущениям он очень приятный, нежный, с добавлением шелковистого волокна. Сегодня вискоза заслужила особенную любовь у наших женщин. Вот цвет здорово. Это внизу как бы маечка, она не дает нам просвечиваться совершенно нашему основному материалу, да? Это блуза топ. То есть у нас получается, что наша блуза состоит из двух частей. Два в одном. Это блуза топ внутри и шифоновая накидка сверху. Давай посчитаем, сколько бы стоило такое решение в магазине? Ну, обычно одна только блуза в магазине стоит больше 2000. Ну, хочу сказать, что здесь бренд Ларичи радует нас не только дорогими тканями, но еще и окантовкой. Я всегда смотрю, все-таки бренд отличается от многих производителей. Смотрите, здесь шифон считается сыпучим материалом. Что делает Ларичи? Европейские и немецкие машины позволяют сегодня так делать и обрабатывать швы. Это называется закрутка или американка. Этот шов позволяет вам вашей ткани быть крепкой, не распускаться после носок многочисленных стирок. Вот за что я люблю вещи от бренда Ларичи. Это всегда качество. Качество в любых самых даже мелких деталях. Выбирайте свой цвет. Выбирайте красный или темно-синий. Свет, ну давай поговорим о дизайне этой блузы. С удовольствием. Вообще хочу сказать, что эту блузу мы можем носить не только на праздник. Если вы приверженница классики, вы можете снять украшение, надеть эту блузу даже с вашими любимыми джинсами. Но вот такой не нежный летящий крой позволит женщине чувствовать себя очень романтичной особой. Но мы с тобой не сказали про размеры. У нас богатая широкая размерная линейка, и учитывая свободный крой, рекомендую выбирать эту блузу размер в размер. Обрати внимание, Ариш, еще раз. Летящие рукава летучая мышь, они не создают массивного образа, а наоборот, просвечивающийся силуэт внутри кажется еще стройнее. Это прозрачный соблазн, это струящаяся ткань, которая доставит массу наслаждения женщинам. Учитывая, что у шифон прозрачный материал, внутри дизайнеры приготовили для вас настоящую защиту. Это вискозный топ. Свет, ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что в такой блузе будешь чувствовать себя очень свободно и не будут сковывать никакие движения. Ты сказала, да, конечно, смотри, подмышечная зона у нас отдыхает. Очень часто женщины с богатым верхом не любят пережимающие зоны рукава. А здесь рукава летучая мышь, конечно же, подарит свободу. Но сейчас давай насладимся украшением. Мерцание этих камней напоминает мне авантюрин, если очень такой камень, да.
дорогой. А вот здесь на светлой сливочной блузе напоминает нам очень красивый лунный камень. Ну, кстати, наша коллега Наташенька сегодня попросила меня дополнить ее ансамбль. И что бы вы думали, мы дополнили ее наряд платья вот таким изящным украшением. А это еще одно решение. Вы выбираете сегодня блузу, которая приходит с кулоном. Можете носить блузу с кулоном, можете носить ее без кулона, можете снять это украшение и надеть на любой наряд. А можете, кстати, подарить кому-нибудь, если у вас уже есть свое украшение. Что женщина не откажется от такой красоты. Еще раз хочу напомнить вам, что я ощущаю себя очень свободно. Я люблю свободные наряды. А сейчас хотелось бы еще посмотреть на крой нашей блузы. Мы можем посмотреть на Марину. У Марины, кстати, прямоугольный тип фигуры. У нее широкие плечи, так же, как и у меня. Но ты заметила, что за счет летящих легких рукавов фигура Марины становится более пропорциональной. Куда делись широкие плечи? Они спрятались за легкими крыльями ангела. Ну вот здорово, вы тоже так же можете чувствовать себя свободно, и ваша фигура будет выглядеть более точеной, более стройной в блузе с кулоном вдохновения. Не забывайте, что сегодня это специальное предложение дня телеканала Shop & Show, а значит, это самая выгодная цена, а значит, это повод познакомиться с телеканалом Shop & Show.